Всем добрый день, мои хорошие. Прекрасное осеннее утро, вернее. У нас к вам срочное сообщение. Очень срочное. Мы открыли новый канал. Канал называется... нам надо полюбоваться. Канал называется «Литературная шкатулка». Почему мы открыли этот канал? Потому что я очень люблю читать прозу, читать стихи. И если мне что-то понравилось, если затронуло струны моей души, если я это пропустила через сердце, мне очень хочется поделиться с вами, чем я и занимаюсь. Но теперь на новом канале «Литературная шкатулка» этот канал останется под видео. Я читаю стихи, читаю прозу, делаю то, что мне нравится. И, конечно же, канал молодой, великолепный, интересный. Но если без шуток, заходите на наш канал. Если вам понравится, оставляйте комментарии. Смотрите, наслаждайтесь. Вот об этом мы хотели сегодня вам сообщить. И для нас это огромная радость. Хочу пожелать вам чудесного осеннего дня, чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, здоровья, мира и счастья. Огромное спасибо вам за внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.